Очень позитивная новость. Спасибо, Надя. Ну да. Собственно, да, как трюк на доверие, да, но мы с вами не будем делать больших расстояний, ловить партнершу вот здесь вот, то есть легко. Получается тяжеловато, просто нужно поближе подойти, да, чем ближе, ну, я думаю, все понимают. Так, ну, чуть-чуть, так. Кто смелый, значит, тот может, лови меня, делать так и так. Ясно, да? Партнерша боится, хорошо, я не боюсь. Так, давайте, давайте так. Кто смелый, можете не пробовать без нас. Короче, мы к каждому подойдем. Легко, я сейчас подойду. Ловить нужно, ну я думаю, вам не нужно. А еще такой момент. Можно Максим подойдет. Девушка, кто боится, можно одну ногу согнуть. Да, то есть не просто. Так, хоп. Вот, да, то есть вы так себя немножко не поднять, согнуть. Но вот ты страшный. Вероника, иди сюда. Вот. И, пожалуйста, как бы любые варианты.
интересно, когда проверили вперед. Почему нет? Ну какая разница, куда, да? Молодец. Вон бордюр пришел, хватай его. Так, давай еще раз. Ты вместе, а потом чайничек будет у нас. Давайте. Просто машите ногами, давайте я прикладываю. Thank you.